На первом этаже информационного библиотечного центра Тюменского государственного университета появился книгообменник. Теперь у каждого желающего есть отличная возможность обменять давно прочитанные книги на что-то совершенно новое. Специалисты ИБЦ постоянно изучают опыт работы других библиотек, университетских и российских в целом. Вот и идея организовать буккроссинг не стала исключением. Сам книгообменник возник как идея. И произошло это в 2010 году, когда мы просто решили собрать несколько книг, небольшое количество, и поставить их вот на эти стеллажи. Приходите к нам, меняйтесь, и пусть в вашей жизни станет на одну хорошую книгу больше. Книгообменник доступен все время работы библиотеки с 9 до 6 ежедневно. Вам не понадобится ни читательский билет, ни доступ в интернет. Основной принцип буккроссинга – прочитал, отдай другому. И самое приятное, что у книговорота нет запретов. Можно обменять сказку на учебник по истории, детектив на глянцевый журнал. На полке книгообменника вы можете оставить свой любимый роман или же не заинтересовавшее вас произведение. Ведь не понравившаяся вам книга может прийтись по душе другому человеку. Конечно, особым спросом новинка пользуется у студентов. По-моему, книгообмен – это замечательная идея. Я студентка и, к сожалению, не всегда могу позволить себе купить новую книгу. А здесь я нашла именно то, что искала. И хочу оставить в этом книгообменнике свою книгу, которая принесла мне много положительных эмоций. И я написала здесь даже пожелания для будущих читателей. Читатель может полистать заинтересовавшее его издание за расположенным рядом с книгообменником столом, а после поделиться своими впечатлениями от книги с будущими возможными читателями. Для этого здесь же есть специальная тетрадь для отзывов и предложений. Также стоит сказать, что список новинок, поступивших в состав книгообменника, будет ежедневно транслироваться на Евразион ТВ. Это позволит читателям следить за книговоротом и вовремя заметить именно то издание, которое бы им хотелось приобрести.